Аккуратно. Пока вполне. Ты все пропускаешь? Еще чуть-чуть. Топор Шивы. Посмотрим. С этими статуями разобралась. А за второй дверью? Вот только мы там уже были. Надо глянуть, что за дверью слезовцев. Еще одна крепость. Сразу за теми водопадами. И, наконец, дверь с луком. Веселенькое восхождение получилось. Надо было найти кнопку, а потом лезть наверх. Слазила. Наверху все три символа указывают на конкретные руины. Да ну, то есть теперь мы точно знаем, куда идти? Именно так. Немного осмотрюсь. Давай, удачи там.
Ты сотни лет ждал, пока я тебя найду. Кое-что попалось. Неплохо. Похоже. Ага, сгладили. Берегись. Черт! Кто-то бросил внедорожник.
чисто. Хорошо. А теперь... Эй, прокатишься у меня в кармане? Теперь статуя с трезубцем. Она вроде указывает на ту постройку над водопадом. Ценная наводка.
немного осмотрюсь. Удачи. Я немного осмотрюсь. Жду здесь. Ну что, давай. Я немного осмотрюсь, найду чем заняться. Вот и 11-й. Кто-нибудь нашел? Никого. Все в порядке. О! Бегите в оба! Чисто. Последний, да? 11 королей, 11 знаков. Ну что, заглянем к обезьянам? Тебе решать, ты за рулем. Это верно. Я. Еще статуя с трезубцем. Yeah.
На разведку? Да, иду. Получили приз. И это очень красивый приз. Я получу за это солидные деньги, когда вернемся. Или себе оставлю. А теперь что? Может, там есть что-то для тебя? Смотри, кто тут у нас. Гульманы. Что? Эти обезьяны гульманы. Очень мило. Заткнись. О, ты покраснел. Это гульманы. У них так смешно торчит шерсть вокруг мордочки. Очень мило. Боже. Так, пора в последнюю крепость. Ну все, едем дальше. Фрейзер, хочу тебя спросить. Это важно. Спрашивай.
у вас с Натаном Дрейком? Строго деловые отношения? В основном? О, боже. Но как? Как? Знаешь, не надо. Уж кто бы говорил-то? А сам. И тут другой ублюдок. Пойдем? Намётом. Гляди, тризубец Ганеша. В башне был такой же символ. Ганеша. Сокрушитель преград. Этому божеству молятся, когда приступают к чему-то новому, или когда хотят избавиться от сомнений и тревог. Сокрушитель преград. Именно. Почему голова слона? Ему ее подарил отец, Шива. Очень мило. Когда срубил его человеческую. О. Ну да, с кем из нас не бывало, правда? Неизвестно, сколько их там внутри. Готово? Сейчас узнаем. Все здесь. Я тебя прикрою. Пока можно, будем действовать тихо. Кто здесь? Там что-то было. Не понял? Они здесь! Они здесь!
Начинаем поиски. Кончится! Попались! Уходим! Кажется, мы всех уложили. Ты как? Я просто думаю о том, сколько мы уже наделали ошибок. А я думаю о том, сколько раз нам уже повезло. То есть позитивно смотрю на вещи. Вроде как. Ладно, пойдем искать этот гигантский кран. Согласна. Что это? Не знаю. Тут их несколько. Нет, не то. Не так. В чем фокус? А что? Похоже на кнопку. Да я дала тебе шанс попробовать. Ну, попробуем. Хороший звук. Одна из спиц в колесе повернулась. А что насчет тебя? Два есть. Еще одно. Уже три. Oh!
Нашла. Осталось последнее. Точно. Ну и что? Придется подлезть. Ну ладно. Вот наш кран. Зубец, пожалуйста. Ну, что такое? Так нечестно. Добрый день. Давай, надо уже с этим заканчивать. Хорошо. Черт! Видишь, это рискованно. Больно. Ну, достоинство. Ну вот. Да будет вода. И теперь три. Знаешь, а у тебя неплохо получается. Быстро учусь. Один вопрос. Ведь ты могла бы заниматься чем захочешь. Зачем пытаться вернуть компанию? Ты серьезно? Мой партнер меня подло предал. Мой помощник удрал с деньгами. Дрейки сухими вышли из воды, а ты спрашиваешь, зачем мне моя компания? Да. Я допустила.
Я все это допустила. А что за хрень ты все в руках вертишь? Игрушка от нервов. Она пришла по почте на наш австралийский адрес. Короче, нам пора идти, пока Сав не обогнал. Конечно, у меня не раз бывали неудачи. А что делать? Поднимаешь себя за шкирку и идешь дальше. Я не люблю неудачи. А кто их любит?